Совет Федерации предложил поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. По словам сенаторов, инициатива вносится для укрепления здоровья нации в период пандемии. За неделю до этого министр здравоохранения Мурашко предложил ограничить продажу алкоголя из-за возросшей смертности населения в результате употребления алкоголя. Великоустюгским районным судом 21 апреля вынесен обвинительный приговор в отношении 26-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере. Следствие выяснило, что в начале года мужчина в интернете приобрел партию синтетических наркотиков на 1000 рублей. На следующий день, после того, как устюжанин забрал вещества из тайника, его арестовали полицейские. Неудачливый наркоман получил 3 года условно. В деревне Сывороткино Мардинского сельского поселения на улице Желтой накануне загорелась баня. В результате возгорания пострадала лишь сама постройка. Предположительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при использовании печи. Череповецкое высшее инженерное училище радиоэлектроники сменило название. Указ об этом министр обороны Сергей Шойгу подписал в начале мая. Теперь учебное заведение будет именоваться как Военный университет радиоэлектроники.